Несколько тысяч израильтян прошли в воскресенье по улицам Иерусалима, размахивая национальными флагами и распевая праздничные песни. Этот марш, в котором принимают участие представители молодежных движений страны, часть мероприятий, посвященных 52-й годовщине установления израильского контроля над восточной частью города. Традиционно колонны идут с разных сторон, затем входят в ворота Старого Иерусалима и направляются к Стене Плача, где начинается торжественный митинг. Иерусалим был отбит израильтянами в июне 1967 года в боях с иорданскими войсками во время шестидневной войны. После этого он был провозглашен единой и неделимой столицей государства. Вопрос о статусе Иерусалима считается одним из главных препятствий на пути к урегулированию палестино-израильского конфликта. Жители сектора Газа и западного берега реки Иордан считают, что восточная часть города должна стать столицей их будущего государства.